Сотрудницы Тонуса сегодня по замыслу сотрудников Тонуса оказались в самом настоящем гареме Абдулы. Это что такое, а? Вы почему без баранжи? Ну-ка тихо все! Артемова! Смеется она все, а? Я разберусь с тобой. Самойлова! Сестра моего коня! И ты без баранжи, да? Ну-ка всем тихо. Дружкина, а? Вижу еще раз кого-нибудь без баранжи. Убью! Ну а дальше все было по известному сценарию. Узниц гарема героически освободил товарищ Сухов и красноармеец Петруха. Свободные женщины Востока! В чем дело? Так, я сейчас буду угадывать буду. Петька, помогай, так. Самойлова. Батюшки Трушкина. Оксана Надежда. О! В этот замечательный праздничный день приготовили, естественно, для вас небольшой праздничный подарок. Освобожденных женщин одарили подарками и цветами, угостили фруктами и сладостями. А после имеющийся среди красноармейцев поэт посвятил каждой из них песню. Ваше благородие, госпожа, улыбка. Да. То, что мы женаты все. Страшная ошибка. Мы тебе, Иринка, стали бы плечом. Не везет Ботвине, повезет Борщом. Не везет Ботвине, повезет Борщом. Ваше благородие, госпожа за кадром. Почему же, Оленька, ты опять за кадром? Каждый наш родитель бьет тебе чело. Повезет с деньгами, повезет с баблом. Класс! Ты не везет с деньгами, повезет с баблом. О! Ваше благородие, госпожа Елена, мы с тобой друзья давно. Вот какая сцена, а Лену только совисни, Лена под окном. Не везет зарплатой, повезет с трудом. Не везет зарплатой, повезет с трудом. Восточная сказка понравилась сотрудницам Тонуса и стала хорошим началом творческого рабочего дня.